Е2, Е4 – сеты, пожалуй, самой известной шахматной комбинации начался традиционный ежегодный турнир по шахматам и шашкам, посвященный памяти Сергея Кузнецова. Эти интеллектуальные соревнования собрали более 50 спортсменов самых разных возрастов. И дети, и взрослые даже приехали со многих городов Московской области. Даже есть из Твери приехали. То есть довольно-таки диапазон участников. Игры проходили параллельно. На столах таймеры, ограничивающие время обдумывания хода, а за соблюдением правил внимательно следит судья. Турнир рейтинговый, где результаты вычисляются по итогам игр спортсменов друг с другом. Шахматисты сосредоточены и очень серьезны. Жители нашего муниципалитета Роману Ирошову 12 лет, и уже половину из них он играет в шахматы. Успехи значительные. Сейчас юноша – чемпион Московской области по рапиду. Со своей манерой игры, привычками и кумиром – Сергеем Корякиным. Для меня шахматы – это, ну, во-первых, это спорт. И я хочу развиваться в этом спорте, стараться побеждать. Надо каждый день заниматься и с детства. Как так и Сергей Корякин. Большие планы и у юных сестер Алены Аносовой и Киры Баландиной. Занимаются они всего год, любят играть с белыми и, конечно, побеждать. Хотя это и не всегда легко и просто. Ну, это и чуть-чуть и жалко, когда один кто-то выигрывает, а другой проигрывает. Но и классно, что ты выиграла. Очень интересно играть, да, померить строй. Какая ваша мечта? Моя мечта стать чемпионом по шахматам и завоевывать первые места в кубке. А я хочу стать самым настоящим гроссмейстером. В конце турнира победителям были вручены кубки и дипломы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.